Всем привет! Вы у меня на канале, и сегодняшний ролик мы посвящаем, опять же, посылочке из Америки. На этот раз пришло две посылки. Разобьем на две части. Это будет первая часть. Вот такие две красивые посылочки. С Amazon. Улыбочка есть. Тут улыбочка приблизительно так. По упаковке интересно вот это. Это будет во второй части. По содержимому ждали больше вот это. И опять, поехали. Смотрите, часть первая, посылка первая. Распаковываем эту. Итак, что касается упаковки, стандартный амазоновский пакет. С улыбочкой с одной, с улыбочкой с другой. По маркировочке. Три наклеечки получилось. Одна американская, одна промежуточная, это уже с Америки. И третья. Внутри наклейка внутри страны. По дате, чтобы было интересно, 18 числа мы его заказали, 22 она уже у нас в руках. Супер, как на меня это быстро, еще раз быстро и недорого. За такой конвейер, за пересылку, мы заплатили $4. 4,5 где-то долларов. Так, скрываем. Ай-яй-яй. Конверт, до свидания. И вот то, что пришло нам. Тут не видно. Заклеили лейбл. Ну, смотрите, что внутри. Я-то приблизительно знаю, что я заказал, а вам будет интересно. Так, достается немножко трудновато, но достается. Итак, коробочка пустая, внутри уже ничего нет. Что у нас есть? У нас есть паспорт на прибор. Отлично. У нас есть точно так же, как в предыдущем приборе. Это все приборы серии Smart, которые не имеют своего циферблата, а подключаются напрямую к телефону. По Bluetooth. У нас есть целая куча инструкции на всех языках, в которых есть представительство теста. И на китайском. Если желаете, есть даже на китайском. И на корейском, и на японском. И вот то, что мы заказали. Это наш приборчик. Это наш шнурочек. Либо синее, либо красное. Его можно ставить в цепочку как для измерения высокого, так и для измерения низкого давления кондиционера. Так, в упаковке больше ничего нет. Ничего. На сторону. И пойдем к прибору. Красавец, небольшой. Вес тоже. Ну, в руке лежит хорошо, вес чувствуется. Пока не запускается. Отверстие под шнурок. Можно, в принципе, сразу заправить. О. По красоте, чтобы не потерялся. И в запуск. Либо пока клеить не будем, там определим, по какому давлению он будет у нас работать. О. И красота. Чека. Вырываем. И прибор будет готов к использованию. Завинчиваем. Индикатор загорелся желтым. Прибор в режиме ожидания. Для того, чтобы его запустить, надо смартфон. Загрузить приложение на смартфон. И он сразу свяжется с вашим прибором. И можно будет проверять давление в системе. Дальнейшую проверку и использование его на практике ждите в следующих роликах. А сейчас идем к распаковке второй посылочки. Поехали! Так, это все на сторону. Первое, конечно, интересное. Прибор классный. А теперь едем дальше. Что пришло дальше?
по этой посылочке, что можно сказать. Наклейки точно так же все обозначает, но по конструкции. У нас таких не делают. Это конвертик. Конвертик. Так, место для отрывания. О, довольно интересное решение. Правда, не до конца. Но ничего, мы справимся. А здесь, вуаля. Здесь еще два прибора. А именно такие. Смарт-зонды температуры. Ладно, один распаковывать не будем. Распакуем только вот этот. Чтобы вы могли лицезреть, что там внутри. В предыдущих видео вы видели, у нас есть уже датчик температуры. У нас есть датчик давления. А теперь будет еще один термометр. Все точно так же. Инструкция. Паспорт на прибор. О, здесь есть вкладыш. Плюс ко всему. Вот этот вкладыш, по которому можно загрузить свой телефон в приложение. И по термометру. Вот такая красивая вещица. Вот, даже так вкладочка была. Для чего он нужен? Мы будем его использовать для измерения температуры самих трубопроводов кондиционера. Точно так же есть шнурочек. Каждому идет шнурочек. Ну, в принципе, можем сразу его и одеть. Чтобы потом не заморачиваться. И он не потерялся. Вот приблизительно так. По конструкции этого прибора. Точно такая же чека. Вырываем. И прибор в поисках устройства. Точно так же этот и этот. По применению. Вот можете смотреть, датчик температуры внутри надевается к трубе. И на своем телефончике мы можем лицезреть температуру, которую он снимет. А, в принципе, у меня приложение загружено. Ладно, на практике покажем работу как этого прибора, точно так же и этого. Ну вот, приблизительно такую полссылочку мы получили, распечатали. Вы посмотрели, кому было интересно, подписываемся, ставим лайки и жду обсуждений. Всем пока!